Всем привет, с Мариной Высоцкой, и сегодня мы будем обозревать вещи из Валберса и других прочих маркетплейсов, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной, а мы начинаем. Первое, что бы я вам хотела показать, это вот такие вот духи, покупала я их к 8 марта, заказывала я их с Валберс. Эти духи строгие, тут должен быть бергамот, в любом случае я вам прикреплю скриншот, какие там вкусы. Так вот эти духи красиво запечатаны, внутри эти духи завертаны в пупырку, и вот такие духи нас встречают внутри, они пшикаются, то есть это уже не на шарики духи. Пахнут они такие больше чем-то еловым, таким строгим, как я уже сказала, подтоном, с бергамотом. Даже не знаю, с чем сравнить этот запах. Немножко присутствует цветочный подтон. В целом, я люблю больше сладкие ароматы, но даже мне этот запах понравился. Я бы сказала, что сладкость тут тоже немножко присутствует за счет этих цветов. Стойкости пока еще не проверяла, я вам обязательно текстом напишу, как они будут держаться, но пока что по запаху ставлю 10 из 10. Далее у нас идет вот такой вот блеск с Валбереса. Он должен быть с эффектом проявления. Вот так вот он выглядит внутри. И давайте нанесем его на губы. Ого, он прям как вода. Его даже с маслом нельзя сравнить, потому что как будто бы я просто наношу воду на губы. А по звуку, надеюсь, вы слышите, как будто бы я рисую фломастером по губам. Итак, вот как этот блеск выглядит на губах. Мне нравится, что эффект проявления не сильный. Смотрится более-менее натурально. Он пока еще, скорее всего, не полностью раскрылся. Тем не менее, пока что это все смотрится более-менее натурально. И этот блеск более жидкий, нежели даже масла, которые продаются для губ. Это меня очень сильно удивило. Я даже не знаю, плюс это или минус, решайте сами. Пахнет он немножечко химозой, поэтому поставлю этому блеску, скорее всего, 9 из 10. Далее я хочу открыть помаду с Алиэкспресса. И вот как эта помада выглядит внутри. Она очень красивая, очень красивый дизайн. Цвет вы видите сами, он очень красивый, такой кирпичный. Давайте же нанесем его на губы. Итак, вот как эта помада выглядит на губах. Если бы не блеск, она бы была намного ярче, потому что сейчас блеск перемешался с этой помадой, но не по цвету, а просто с прозрачной основой, потому что этот блеск тинт, он впитывается в губы, и этот розовый цвет никак не может мешаться с тем цветом, который сейчас на помаде. Поэтому сейчас вы видите эту помаду немножко в более блеклом виде, потому что она перемешалась именно с самим прозрачным блеском. Сама помада очень приятная, кремовая, и когда она прикасается к губам, она как будто бы тает на губах, это огромный плюс. Очень красивый дизайн, приятный запах, нейтральный, поэтому этой помаде я ставлю 10 из 10. Далее у нас идет украшение с Алиэкспресс, я уже его распаковала, потому что я его уже носила. Могу сказать, что это украшение пока что не ржавеет, примерно ношу я его уже полгода, просто почему-то забывала каждый раз показать его в распаковке. Здесь находится вот такое вот сердечко и двойные цепи. Одна цепь состоит из страз, а другая из сердечек. Сейчас я прислонила к шее, чтобы примерно показать, как это все смотрится. У этой цепи регулируемый размер, поэтому это очень хорошо, потому что можно сделать его как и пониже, так и повыше. В целом, за свою цену качество хорошее. Цепи подвеска очень красивые, поэтому ставлю ей 10 из 10. Далее у нас идет вот такая вот замечательная утка. Покупала я ее в магазине Fix Price. Покупала я ее к 14 февраля своей второй половинке. Вы только посмотрите, какая эта уточка мила. На ней сердечки. Вот такое вот вышитое сердечко уже на самой утке. Ну, также что-то типа валентинки. Сама утка вот такая вот миленькая, и самое главное, очень мягкая. Также у нее плоская попа, поэтому она может сидеть просто вот так, свистнув ножки. Я думаю, тут в принципе комментировать нечего. Очень красивый мимишный подарок, поэтому ставлю ей 100 из 10. Даже, наверное, миллиард из 10. Далее из подарков я бы хотела вам показать два лего. Один из них это армия, заказывала я его с Валбереса. Это вот такой вот универсальный конструктор, который собирается в 6 видов. Мне кажется, к 23 февраля это просто идеальный подарок. Я его пока что не вскрывала, потому что я его буду дарить, но в целом я уже могу поставить ему 100 из 10, потому что все конструкторы в принципе одинаковы, просто если кто-то давно себе такой хотел, то ссылочку я оставлю в описании, как и на все товары под этим видео. А второй лего это уже идет большой морской бой. Покупала я его также в подарок. Я открывала, смотрела детальки, все на месте, детальки хорошо проработаны, в принципе так как нарисованы на картинке, все соответствует картинке. Этот конструктор уже идет побольше, чем предыдущий. Купала я его в магазине, пыталась найти в интернете, нашла только в Яндекс.Маркете, ссылочку вам оставлю в описании. Если вам один из них понравился, то возьмите на заметку. И этому конструктору, как вы поняли, я тоже ставлю 10 из 10. Далее у нас идут вот такие вот замечательные румяна. Покупала я его в магазине, который находится около моего дома. Они идут у меня в 4-м оттенке. Они вот так вот красивенько блестят, и в наборе внутри идет вот такая вот кисточка. Ей, конечно же, я пользоваться не буду, потому что она какого-то плохого качества. Поэтому давайте возьмем мою нормальную кисточку и протестируем эти румяна. Так, давай, о, какие они пигментированные. Надо, наверное, наносить было поменьше их. Вот как примерно эти румяна выглядят на мне.
такой у них немножечко розово-коралловый подтон с блестками. Мне эти румяна очень понравились, постараюсь найти на них ссылочку. Пахнут они обычным запахом пудры, ничего плохого сказать не могу, поэтому поставлю я им 10 из 10. Так, далее у нас идет вот такая вот водолазочка с магазина Остин. Она идет вот на таких вот пуговках. Ткань вот такая вот рифленая, цвет в крапинку, коричнево-белый. Размер, как вы видите, XS. Сейчас вставлю картиночку, как это все смотрится и сидит на мне. В целом материал очень приятный, очень красивая водолазочка, ничего лишнего про нее сказать не могу. Плотная, теплая, вот такая вот пуговка шла в комплекте к этой водолазке. Запасная по составу 55% катон, 30% вискоза и 15% полиэстер. Мне эта водолазка очень понравилась, поэтому ставлю ей 10 из 10. Последние две вещи у нас идут джинсы с Валдериса. Вот такие вот первые серые джинсы. И у них в комплекте шел вот такой вот ремень. Ремень, в принципе, не особо качественный, но, в принципе, что можно было ждать от подарка. Застегивается он с помощью вот таких вот железочек. Скорее всего, я этот ремень кому-нибудь подарю или отдам, или что-то с ним придумаю, потому что я его, скорее всего, носить не буду. А вот джинсы даже очень хорошие, вы на них посмотрите. Фирму сейчас увидите на своих экранах, размер у них 25. Торчат, конечно, в некоторых местах ниточки. Пуговка тоже болтается, но стоили они дешево, в районе 1000 рублей. Я бы не сказала, что они особо плотные, они немножечко такие стрейчевые все-таки, но при этом к низу они идут клеш. Сейчас я вам покажу эти джинсы в примерке, как они сидят на мне. Рост у меня 165 сантиметров. Покажу, как они сидят, какой они длины. Кстати, насчет длины я их ходила, укорачивала. Я их уже открывала, мерила в примерочной в самом Валберисе. Но они мне настолько понравились, что мне было не лень пойти их укоротить. Длинные они мне были примерно на сантиметров 5, то есть на совсем чуть-чуть, но тоже было уже неудобно и неприятно ходить. Еще раз напомню, у меня рост 1,65 м, поэтому если вы выше меня, то вам будет прям в самый раз. Следующими у нас тоже идут джинсы с Валберис, они уже в таком черном цвете. Я их уже тоже примеряла в примерочной и укорачивала, они уже были намного длиннее, они были где-то на сантиметров уже, наверное, 7-8 длиннее, чем надо. Они вот такие вот черные, и у них идет вот такая вот стрелка посередине, сзади этой стрелки нет. Они идут также клеш, фасон точно такой же. Фирму вы сейчас видите на своих экранах, размер точно так же 25. Сейчас я их также примерю и покажу, как они выглядят на мне. Эти джинсы также стрейчевые, даже, наверное, немножко стрейчевее, чем те немножко поплотнее. Скорее всего, и те будут краситься, потому что они таких темных цветов. Так как я уже те джинсы мерила, поэтому обоим джинсам могу поставить 10 из 10. Но, конечно, что они мне не подошли по размеру, это уже моя вина, потому что нужно было читать описание или смотреть отзывы. Но в этом видео главное я вас предупредила, поэтому если вы выше, то вам все подойдет. Если ниже, можете их тоже заказывать, потому что стоили они тоже в районе 1000 рублей. То есть это очень дешево для таких джинс. Поэтому если у вас есть возможность пойти и просто их укоротить, то почему бы их и не заказать. И также хотела бы в этом видео показать вам две помады. Одна вот такого вот красивого розового оттенка. И на втором кадре рядышком представлена помада в красном цвете. И сейчас вы на моих губах можете заметить помаду розового цвета. Сама помада приятной текстуры и приятного оттенка. Также она не пересушивает губы. Итак, также я бы хотела вам показать вот эту замечательную кружку. Покупала я ее в магазине Фамилия. Стоила она примерно 400 рублей. Она вот такого мятного красивого цвета. Внутри были также блесточки. Она идет немножко под такой под винтажный эффект. Мне она очень понравилась, очень красивая за свою цену, и ставлю ей 10 из 10. Ну что ж, на этом видео сегодня подходит к концу. Я надеюсь, вам понравились мои покупки, вы что-то присмотрели для себя. Не забывайте смотреть другие мои видео с распаковками. Также попрошу вас, если вам понравилось это видео, поставить лайк и подписаться на мой канал, мне это очень важно. Также пишите комментарии, хочу услышать ваше мнение по поводу моих видео. Ну и, конечно же, приглашаю вас в мою запрещенную социальную сеть, я там стараюсь ее активно вести и делать красивые фотографии. Ну, на этом видео подходит к концу. Всем пока-пока, до новых видео!